Мужество и героизм солдат и офицеров, прошедших Афганистан, вспоминает вся страна. Прошло более четверти века, но память о тех событиях останется неизменной. Наш долг – помнить о наших героях. С такими словами обратились к собравшимся организаторы встречи в Центральной библиотеке. Не понаслышке об Афганистане знает майор запаса Магомед Оруджев. Он на встрече рассказал о своих воспоминаниях. Молодежи хотел бы рассказать, чтобы наше подрастающее поколение помнило подвиги своих предков. Героев Великой Отечественной войны, героев войны в Афганистане, героев войны в других локальных конфликтах, чтобы наша молодежь достойно училась. Еще один участник встречи – Александр Романов. Его выступление также стало своеобразным уроком истории для студентов. Александр Алексеевич прослужил 18,5 лет в Оренбургской краснознаменной дивизии ракетных войск стратегического назначения. Я хотел бы затронуть в своем выступлении перед молодыми студентами те задачи, которые в настоящий момент выполняют вооруженные силы Российской Федерации по укреплению своей боеготовности и боеспособности в наше непростое время. В военной кампании в Афганистане приняли участие солдаты и офицеры из Башкортостана. Из города Кумертау и Куиргазинского района было призвано более 200 человек, 7 из которых погибли. Погибших при исполнении воинского долга участники мероприятия почтили минутой молчания. В завершение молодые люди могли задать интересующие вопросы гостям мероприятия.